И еще одно ЧП случилось в ноябрьские выходные, только теперь это уже пожар, последствия которого запечатлел один из жителей города. В ночь с субботы на воскресенье загорелся магазин. Пожар начался примерно в 4 утра в торговом зале, расположенном на первом этаже жилого пятиэтажного дома по проспекту Мира. Около 15 минут потребовалось специалистам, чтобы справиться с огнем. Пострадавших нет, поврежден балкон и смежный с ним кабинет. Причины пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты.